Слава богу, привезли трубы. Жалко только, что под вечер все удалось это сделать. Мы сегодня весь день ждали, но никак у людей не получалось привезти. Время уже позднее. Не знаю, как сейчас будем торопиться. Но с Божьей помощью я буду сделать. У нас еще одна проблема. У нас побежал септик. Смотрите, что делается. То есть, ну, он полный. И все машины сегодня выходные не могут нам откачать. Ну, так как мы бы это и не заметили, если бы здесь не вырыта была бы земля, да? Она бы как бы уходила там под землю, а сейчас она вот сюда идет. Сказала уже ребятишкам, чтобы руки не мыли пока что и стиральную машинку там не загружали. Видите, что бежит? Саша достал насос. Постараемся сейчас как-нибудь просто в канавку откачать. Надюша пошла на тренировку. Мальчишки сегодня на тренировку не идут, будут папе помогать. Потому что будем сейчас очень сильно торопиться. Завтра воскресенье и уже холодно. Уже очень сильно замерзла земля. Видите, какие комки. Так что дай бог, чтоб сейчас скооперируемся тут все вместе и будем помогать нашему папе. Папа очень сильно переживает, конечно, чтобы успеть. Ну и уже, видите, темнеет на улице. Еще не может там найти сейчас для насоса, чтобы включить нам эту трубу, откачать воду. А она бежит. Прямо бежит и все сюда. Наполняет нашу канаву. Видите, что творится. Саша уже всех обзвонил. Никто не работает сегодня. Ну вот. Ребята выкладывают сейчас канализационную трубу. И поверх нее, наверное, еще одна труба, я так думаю, будет. Еще, если честно, не понимаю. Но вот эта труба еще. В которой потом еще труба сделается, но уже весной, которая питьевая вода будет. Главное вот ее сейчас закопать, кофру эту, а потом в нее как бы вставится еще труба. Просунется. Ну, нашли какое-то колесо, когда копали эту канаву. Дима говорит, от танка, наверное. Вряд ли. Да ну, да как оно от танка? Это, конечно, может быть от гусениц какое-нибудь. Такое приспособление. Снег пошел, по-моему. И мне кажется, уже точно пошел. Господи, помоги, пожалуйста, нашему папочке успеть все. Ребята, мы вот так уложили трубу канализационную сверху, вот это гофра, да. И сейчас я вот тоже, видите, помогаю. Закапываем все землей.
Знаете что? Земля просто ледяная, она вся как камень, ее приходится долбить. Вот мы тяпками пытаемся ее хоть как-то. Видите, она вся просто в лед уже превратилась. Видите, льдинки аж белые. Только бы снег не пошел. Я молюсь, стою, чтобы Господь только помиловал нас, не давал снега. А то начало пробрасывать прям. Ну все, будем сейчас закапывать. Потихонечку, дай Бог, закопаем. Саша сейчас сверлит отверстие, чтобы пропихнуть трубу в канализацию. Вот уже очень сильно стемнело. Торопимся. Все очень, конечно, устали. Но завтра будет еще холоднее. Земля уже сильно промерзла. Хорошо, что на улице есть свет. Будет нам немножко посветлей. Знаете, что я подумала? Вот мальчишки молодцы, очень сильные. Я думаю, что все-таки спорт очень сильно способствует формированию мальчика. Обязательно нужно сдавать в спорт ребятишек. Ну, если они способны, конечно. Вот, они такие выносливые. Я тут еле-еле, а они молодцы вон какие. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерена, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по гадам, дайте коня мне да добрый меч. Ну все, ребят, я иду домой. Алиса требует переодевания. Лиза меня позвала. Сейчас отшоркала сапоги. Так что пойдем будем готовить вкусный ужин для своих любимых мужчин. Слава Богу, что у меня есть такие мужчины. Очень благодарна Богу за это. Молодцы вообще. Управились наши ребята. Вот только-только. Молодцы. Видите, даже щебеночку подсыпали. Все здесь закопали. В канализации уже труба находится. Ну, а воду мы уже позже будем потом заводить. Вот эти возьмите, унесите вот туда, возле ванны. Вот видите, здесь щебеночкой все сделали, здесь засыпали немножко земля, потому что просядет весной, нужно будет добавлять. И вот там еще землю оставили тоже весной, когда все будет, ну как, просядет, будем тоже подсыпать вот здесь. Вот видите, оставили. Нагребли просто как бы сверху, и все. Ну, вот так, слава Богу. Даже, знаете, тепло было. Хорошо. Я пока дома занималась обедом, ужином вернее. Все, вот здесь вот заходит труба, которая потом с этого дома будет вода. Потом уже просто в гофру проденем ее и уже можно будет в новый дом завести. Ну все, друзья, сейчас заходим домой, будут ребята ужинать. Я всех уже перекормила, малышей. Устали мальчишки, бедненькие мои. Молодцы, помощники, прям вообще я так рада. Так что всем спасибо, кто был с нами, кто поддерживает, молится за нас. Благодарим всех. Все, ребята, всем удачи и пока-пока.